Прежде чем добраться до пруда, рыбакам нужно преодолеть сугробы по пояс. К тому же с собой они несут 20-килограммовый мешок. Перед тем, как внести в воду негашенную известь, рыбаки бурят несколько лунок в самых глубоких местах, там, где зимует рыба. Подо мной примерно 3,5 метра в глубины, из них 70 сантиметров – это лед. И такие мероприятия жизненно важны для водных обитателей – карпов и карасей. Рузаевское общество впервые в этом году применяет оксид кальция. Известь нейтрализует сероводород и углекислый газ и сохраняет кислород. Кроме того, негашенная известь – это хорошее дезинфекционное средство. Поворачиваем вверх. И для того, чтобы до дна достал до дна. То... Да, он сейчас уклонит и до дна. Все. Значит, и протекнем. Вот. Это очень помогает. До этого, значит, у нас заморы большие здесь происходили. Вот. А после таких мероприятий, вот профилактических, замор рыбы, значит, сводится до нуля или, значит, сокращается. Если этого не делать, весной в результате замора могут погибнуть все виды рыб. Это не только экономический, но и экологический ущерб. В водоеме в последующие 2-3 года значительно снижается популяция, а на восстановление уходит несколько лет. Иван Фиськов, Андрей Просвиркин, Вести Мордовия, Рузаевский район.